выключи, да? Нагрузка. Подается из этих 28 витков на катушку, на индуктор 25 метров. У меня тут 4 филяр получился. И сосемного 5 филяра все в одну сторону намотан. Там резонансные конденсаторы около 0,60 нанофарад, то есть 60 нанофарад. Выключено. Включено. Двадцать 4 вольта. Транзисторы холодные. Нагрузки. Попробую вот максимальную яркость построить. Нет, понятно, что это как в резонансе. Ничего подстраивать не надо. Крутил опять. Сто 16 ватт. Она тоже в резонансе. Резонанс никуда не уходит, не нужно никаких фабчей. Выключено. Включено. Теперь могут некоторые сказать, так тут она от резонанса отошла, поэтому так слабо светит. Вот и ладно, я покручу в разные стороны подстроечные.
Вот в одну сторону кручу. Вот амплитуда не растет. И в другую сторону. Тоже амплитуда не растет. То есть она была уже около резонанса. Вот тут вот самая яркость. Самая большая амплитуда. Теперь могут сказать, так и сбился, теперь резонанс теперь настроен под эту лампу, и та лампа уже будет не в резонансе, не будет гореть ярко. Сперва покажу на холостом ходу. Вот на холостом ходу вот так потребляет. Покручу опять 53 ватт. Она опять ярко горит в резонансе. Вот тут генератор ТЛ 45% скважинность, драйверы, питание на ключи. Управление питается отсюда, другого источника. Потом тут конденсатор 2,2 микрофарада еще сглаживающий. Еще один микрофарад и еще 4,7 микрофарада. Тоже все параллельно плюсы и минусы между вот этой средней точкой и минусом. Этот на этом плече, этот тоже на этом плече. Этот тоже на этом плече, этот на этом плече. И они вот соединены. Это плечо минус вот истоки проводом вот этим черно-белым. Вот еще вот такой электролитический конденсатор. Там 44 микрофарада или сколько? 47, кажется, и 220 вольт. Вот амплитуда. Некоторые могут сказать, так можно тут еще ввести более в резонанс. Она не совсем в резонансе. Ну да, может и не совсем. Немножко, может, и можно не ввести, но там незначительно. Все равно синус. Вот кручу в одну сторону. Вот амплитуда подрастает. Вот она. Вообще ярко горит. У нас перекалом тут горит. Вот потребление. Все равно около резонанса. В другую сторону. Зачем ее так сильно перегружать, чтобы она с перекалом горело. Тут если без нагрузки выкрутить, тут и крутить
частоту и вводить в резонанс, вот так сильно амплитуда подрастает, что тут и за 10 ампер заходит, и потом там начинает пробивать конденсатор, и слышно, как там искры летят. Что-то трещит. Чего так не греется? Вот оно и так ярко горит. Чтобы вот это загорелось бы так само ярко, как так горит, так она бы вдвойне бы ярче горела. Если бы на такое самое напряжение немножечко теплый. При определенных условиях он может начать сильно греться. А если его убрать, тогда эти начнут греться. И этот провод. Этот холоднее, чем этого. Но это тоже еле теплый, потому что его сопротивление меньше. Горячий.